Всем добрый день. У нас уже день, обед. Никакуша, смотрите, какая она грязнюша. А кто такой грязный? Зашли на кофе, я печенька вот с такой кофе пью. А Никуша ест свой кей-попс. А вообще мы с ней выдвинулись сейчас в другой город. И мы с ней вместе едем в путешествие. Вдвоем? Да? Вдвоем с тобой? Мама. Да, твоя красивая конфета. Ребятки, а мы уже в аэропорту Минска, да, с Никушей. Никуша набрала, смотрите, все игрушек. Залезла тут играть, подружку нашла. Да, куклы твои. Чемоданы наши же будем давать в багаж. Коляска, да. Мама. Слушай, она, смотрите, что нашла. Видите, какой классный самолет. Висит самолет классный, тебе нравится, это... да? Там маленький, смотрите, еще один. Нравится? Да. Классный? А кто это у нас кашляет? Кто это кашляет? Ляля кашляет? Ай-яй-яй, не надо кашлять. Осталось совсем немножко, и мы уже пойдем на регистрацию. Мы приехали практически впритык. Ну, минут 20 надо было нам сейчас подождать еще. И мы уже пойдем на регистрацию. Летим ночью. Летим ночью, да? Кто летит ночью? Никуш? Мама. Все, мы уже сдали с тобой большие... чемоданы, да? Остались у нас с тобой два маленьких. Причем, что один, ребят, пустой. Сказали нам достать, потому что был чемодан в чемодане, перевес чемодана. Ну вот, чемодан мы достали, и у нас оказалось все в норму. Летим, зайка моя, да? Что ты нашла? Собачку. Котики, да! Ребята, мы уже все прошли таможню и... пограничников наших, и уже, ну, у нас уже наш шопоголик что-то хочет купить. Хотя у нее своих игрушек тьма. Это кто? Это тигренок. Такого? Красивого? Да? Такая сладкая? И мышка. Мышечка. А вот эта мышка, кстати, красивая, да. Мышка красивая. А мы летим, летим с тобой. Так надеялась, что ты час ночи будешь спать. Мама. Уже два почти. Мама. Она ведь А будет. Сейчас будут кормить нас, да? Будешь А. Смотрите, какая реакция. А будут давать. Ты мой сладенький такой. На месте, да, доченька? Забираем наш багаж, такси и домой. А мы уже с Никушей идем в такси. Никушка, Никушка, Никуша. Мы приземлились не в самом Дубае, мы приземлились в Шарджа. И нам теперь надо добраться до нашего апартамента. А они у нас в Дубае. Да, Николь? Две девчонки едут в Дубай. Все, Сника, мы с тобой поднимаемся в наши апартаменты? Да? Да. Да. Я уже даже со шляпой. Видите, какой лифт. А мы с Никушей вышли прогуляться по бизнес-бэю, по даунтауну. И загрузите продукты купить. Идем. Конечно же, мы пришли к нашим фонтанам, прогуливаясь сегодня с Никой. Всем привет! А у нас новый день, мы уже в Дубае. Саня взяла дувашечку, идет в бассейн. Девчонки уже плавают, Коля тоже в бассейне. Сейчас я тоже снимаю свое платьице и тоже пойду искупнусь. О, здесь немножко жарковато. Очень хорошо, что бассейн с утра находится в тени. За счет этого не так жарко. Ну что, идем? Что там, глубоко? Ника просто очень сильно боялась.
не хотела смотреть, она круг одела. Человек плывет. Подходите, убегайте. А вот такой у нас вид с нашего басика. А это вот главный крикун малой. Держите главного крикуна. Нас хороший три папа Ника боится. Она и в курге боится вообще. В этот бассейн заходить. А сейчас хоть вот так вот с мамой не боится чуть-чуть. Туда ее. Папе, папе, да? Ника, на море поплывешь? Такое ощущение, что она вообще трусит. Вода теплая? О, тебе три сообщения пришло. Это влог. Хулиганка. Тут мама. Мама не захотела снимать, я снимаю. София меня решила поснимать. Саша. Там малышка. Никуша. Мы ждали машину? Да, мы тут снимали на прокат. Ждали машину. Еще заказали ее, можно сказать, с утра. Да. Пришла только к вечеру. Вот посмотрите, как темно. Да, и другая модель тоже пришла. Другая, мы ждали какую-то Hyundai. Пришел Hyundai, но другая модель. Да, мы думали, Hyundai. У нас будет легковушка, получилось. А получилось, ну такая, мама такую не захотела заказывать, потому что... Потому что там багажник маловат. Да. Ну, пришла вот такая. Ну, ничего, да. Страшного. Пусть какая-то. Не, тау-тау-тау-тау. Давай, тау-тау. Ну что, мы будем на это ездить. Да. Давай. Поедем сейчас погуляем. Продукты закупим, девчонки, да? Да, то нет продуктов, что я говорила. София хлопья. Говорит, надо купить хлопья, без которых она просто жить мама, не может. Мама, кто-то да. Хлопья. Хлопья. Мама. Да. Ничего страшного. Тау-тау-тау-тау. Короче, Ника, вырвался наш Саша, да? В Nike-магазин. Пошел что-то там смотреть. Ты ничего себе не хочешь? Хочу. В Nike? Да. Ну что, нашел, что хотел? А здесь нету модели, нету такой. Новой? Как баскетбольная просто, вообще ну, нету. Значит, в другом месте поищем. Ну куда же эта мелкая тоже ползет туда же? Эй, Хэллоуин Хасбро сделал палатку для Хэллоуина. И наша Ляля туда. А там еще Скитлз. У Хасбро своя палатка, у Скитлзов свой домик, да? София стучит, София, кто там? Кто там? Там конфеты лежат. Пойдем, я сделаю экскурсию. Не надо. Пойдем. А мы и дальше пошли развлекаться. Вон Сашка себе. Там целый коридор, чего можно достать. И черепа, и ведерки, и эти, как это по-русски, привидения. Ляля. А Ляля тут. Кошмар какой! Испугалась! Чего ты испугалась? Это маска! Это Бадди! Маска, не бойся! Вот, здесь померяем. А сейчас мы напугаем. Вау, вау! Да? Ой, боже, Саша, какие кошмарные руки. Это трошечок. Что, страшные руки, Ника? Пугают глупые дети, да? Подержи. Саша зашла. Саша.